Всем привет, меня зовут Алекс, и это продолжение Deus Ex Mankind Divided. В общем, сейчас начинаем проходить нормально уже сюжет. То есть, первая часть была больше как введение, или может быть даже оценка, а сейчас именно прохождение сюжета. Так, нам говорят, идет 2029 год, прошло 2 года после попытки одного безумца преподать миру урок, обернувшийся тем, что миллионы механически модифицированных людей захлестнула страсть к убийству. С тех пор напряженность между аугами и чистыми только возрастала. Экстремисты в обоих лагерях используют насилие, чтобы быть услышанными. Продажа оружия и аугментации на черном рынке достигла незабываемых размеров, а Организация Объединенных Наций обсуждает радикальные меры, которые положат конец разделению общества. На фоне всего этого хаоса один человек, Адам Дженсен, новый агент Интерпола по борьбе с терроризмом, попытается раскрыть его истинный источник. Какая-то загрузка крайне долгая. Прям просто до безумия. Так, дырку мы пробили в прошлый раз. Руководство. Что они посоветуют нам? Назначение предметов. Нажмите там, чтобы открыть инвентарь. Выберите предмет. Нажмите на соответствующую кнопку с цифрой, чтобы назначить выбранный предмет в данную ячейку. Ну, это понятно. Это что? Использование предметов. Это быстрый инвентарь. Ну, в принципе, это все понятно. Оружие нам сейчас пока ни к чему. Ящик с инструментами. Нифига там шумит, когда бегает. Так, F1. Нет, лучше от греха проверить нам вот так. Значит, F3 наше зрение, а F2 тайфун. Понятно, F2 не нажимать. F3. Это не уродцы уже. Так это лифт. Ага. Понятно. Сейчас мы посмотрим, что мы с ними можем сделать. Так, стоп. Господи, здесь на F прятаться. Так, это траектория броска гранаты, как я понимаю. Туда перескочить. Угу. Здесь мы пока никого не видим. Адам, ты чего? Используй рубильник. Так, тут люди были. А, они дальше намного. Ага, понятно. То есть это мы без вот этого вот рубильника не могли вообще никак запустить этот говенный лифт. А это даже не дверь, это просто каркас стены. Понятно. Ух ты ж. Значит, нам надо какую-нибудь херню принести туда положить. Например, блин. А, ничего нам не надо, господи, сейчас мы запрыгнем сюда. Здесь вот проскочим через эту лужу. И все. Так, что здесь интересного есть? Ничего интересного, блин. Больше энергии не восстанавливается до нужного уровня. Оп.
О, взлом, так. Кувзлом. Взлук сеси. О, взлук сеси. Рейтинг безопасности 1. Используй смысл для навигации между узлами. Порт ввода-вывода. Рейтинг безопасности. Первый уровень. Обнаружение и укрепление 30. Так, это вспомнить. Так, это разгон, разведчик, скрытность. Все понятно. Так, используйте мышь для навигации между узлами. Значит, мне надо попасть... Это бомба. Мне надо попасть... А где сервер-то сам? Вот он, сервер. Так, стоп. Чтобы захватить узел, нажмите С. Нет, ну... Захватить мне надо вот этот узел. Какую С нажать? Ну, нажал С. Что-то хрень какая-то. Узел, нажмите С. Что-то какая-то не та С. Вообще какая-то хрень. С, Ctrl. Блин, неужели Ctrl надо там нажать? Ctrl, ни C не помогает. Боже мой. А, все понятно. Мы начинаем с синей. То есть нам надо сюда захват, а свою точку укрепить. Укрепить. Это захват. Так. Так, тут у нас захват сделан. Ну, что-то слабенько Адам взламывает. Разрешен. Норм. Ну, ничем особо сильно не отличается от старого Deus Ex. Кстати, чтоб прям кардинально. Режим обучения. Следуйте за зелеными голограммами, чтобы получить возможность укрытия. Закрыть и вернуться в игру. Черт, мой бездок. Надеюсь, это был последний. А, это мы будем хаттани, хоть эта амалия в хатар. Руководство так показать и удерживать. Так, основу взлома. Ну, основы взлома-то примерно понятны. Отслеживание. Чем сложнее узел, тем больше времени требуется захват. И выше вероятность того, что вас обнаружат. Ну, это все понятно. Чтобы двигаться по системе, захватывайте узлы. Ну, да. Начните с синего порта. Синий порт, вот. Они бы раньше это показали. Они показывают что-то как не вовремя. Один дружочек остался. Оп. Оп. И... Ку. Все, готов. Опыта сделали. Нейтрализация. Смертельный, не смертельный. На нейтрализацию расходов с энергией, если ее недостаточно, нейтрализацию провести невозможно. Смертельные нейтрализации создают больше шума и чаще становятся причиной тревоги, но зато могут полностью нейтрализовать человека. Несмертельные нейтрализации менее шумные, поэтому шанс обнаружения меньше, но враги могут быть снова приведены в чувство. Кстати, да, если его заметят свои и придут, то они его смогут поднять. Этот человек ушел туда. Что у тебя есть? 5 патронов. У него же еще оружие, наверное, было. Пистолетик. Да, пистолет бери, Адам. Ой. Ой. Короче, иди туда.
Халим-бим-бим, халим-бим. Блин, ну нахрена ты сюда повернулся? Поворачивайся назад. Отлично. Ух. Оп. Опять винтовочка. Оп. Спинку ему. Опа. Все. Спокойной ночи. Или я не попал? Попал. Автоматик. Иди-ка сюда. Сюда-ка иди-ка. Иди-ка сюда-ка. Ок. Что, у тебя есть патрончики? Так, инвентарь. На всякий пожарный нам, чтобы в какой-нибудь нехорошей ситуации не попасть в задницу. Возьмем пистолет. Да и автомат на троечку возьмем. Так, гранату на пятерку и на шестерку. Такую обычную. Это какая граната? Дымовая. Ага, понятно. То есть у нас смертельной гранаты нет. Стоп, куда? Энергии настолько не хватит. Опа. А этот мертв. О, так он... Так он еще с тех времен здесь валяется. Понятно. Понятно. Так, бутылка. Этого чела надо хорошенько будет спрятать, ибо его могут оживить, а это нам ни к чему. Идешь со мной? Идешь, куда ты денешься? Можно было бы, конечно, его просто бросить. Почему красный уровень? Здесь тревоги, по идее, быть не должно. Ни при каких условиях. Я же вообще супер... Супер спец. Никого не убиваю. А вот на и панелька. Давайте-ка... Передадим просраться. Так, это дополнительные файлы. Так. Вот он наш. Значит, нам удобнее будет пойти вот этой дорогой. Так. Блокировать вот серваку надо вот этот путь. И нет, вот этот путь быстрее. Хотя здесь точка промежуточная. Ну ладно, попробуем. Пойдем. Даже не знаю, как пойти. Здесь раз, два, три точки, здесь две. Пойдем сюда. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй, что ж я лоханулся-то так? Ну? Ну, хорошо. Адам навыки не растерял. Дженсен, Мак, внимание. На доплере видно, что надвигается буря. Она будет сильной и здорово нас потреплет. Ненавижу ебаную пустыню. Бурю видно уже? Да. Время работает против нас. Понял. Вас понял. Нифига ж он матюкается. Просто жесть. Оп. То есть, в принципе, сейчас надо, чтобы не провалить задание. Рукопашку. Опа, дротики. Блин, ну... Кредитный чипок. Чипок. Ух ты! Так, пузырь.
Пузырь, говорю. Расходники. О! О, еще просмотрел пистолет. А это что? Ящик пива, неинтересно. О, патроны для снайперской... А, для револьвера. Кредитный чип. Кредитный чип. Шприц гипостим. Ну, вообще просто прям кладезь. Кладезь всяких полезных вещей. Ага, слабое место. Давай-ка, Адам, поправим стенку. Они тут строили-строили, погибли ради этой стены, а мы ее расхерачим. Агментация при приземлении Икара автоматически идет при падении с... и предотвращает урон. А, ну да. Мы это видели в первой серии, когда он прыгал с вертолета. Оу, нам вниз, оказывается, надо. Стоп. Я все понимаю, что время работает против нас. Но я хочу посмотреть, что здесь. Адам, запрыгивай. Так, Адам может здесь запрыгнуть. Давай-ка. Давай-ка. А зачем? Смысл? А смысл, наверное, здесь просто в том, что здесь мы могли бы пройти, чтобы никого не трогать вообще. Кстати, надо пистолетик-то убрать. Точно, мы пойдем людей убивать нафиг. А здесь у нас что есть? А, ну отсюда мы предположительно должны были зайти, поэтому... Короче, пойдем прыгать в шахту лифта. Вызывать мы его никак не будем, потому что это будет палево сплошное, что лифт поехал. Мы можем вот так спуститься. Тихонечко Адам приземлился. Обучение скрытности. Возможности скрытности. Безшумное продвижение, маскировка, отвлечение. Ну это понятно, в принципе. Следуйте за зеленым бла-бла-бла. Не интересно. Блин, ну музыка есть, конечно, вообще обалденная. Так, дверь лифта. Дверь лифта. Угу, понятно. Ну, что? Падай. Молочинка. Что здесь можно взять? Здесь ничего нельзя. А, понятно. Блин, здесь круто сделано, кстати. F. Так. Нам надо вон туда. Пойдем со мной. Мне нужно твое тело. Вот спрячем его сюда. А теперь украдем все, что у него есть. Ой. Что это там гремит? Где люди? Где люди? Нет людей, хорошо. Обоглушитель, пистолетик. Хотя, в принципе, я пока пытаюсь никого не убивать. Возможные варианты. Так, человек там есть. Стоп, а как я туда пойду, если человек здесь стоит? А, он не здесь стоит. Как бы? Ты успел усилить сигнал? О, машина. Надо заменить. Да, суд. Машина. Тупун гайда мне ром. Хорошо. Уж очень много зависит от этой сделки. Нельзя, чтобы нас последний момент связывал. Все равно ты не тхарм. Да пипец вообще. Как продвигаешься, Макриди? Медленнее, чем хотелось бы.
Тут словно погром на кладбище был. Не понял. Когда в 27-м случилась эта хрень, народ ломился к лестницам, похоже. Тут повсюду горы трупов. И твоих дружбанов хватает, Дженсен. Тебе, может, запчастей принести каких-нибудь? Мне со сливками. Двойную порцию сахара, раз уж поспросили. Правильно, с такими уродами так и надо делать. Запчастей каких-то. И ему сейчас запчастей принесем там. Головы оторванные, там, ноги, руки. Можно пожарить. Обучение в бою. Боевые возможности, увеличение максимального уровня здоровья, гранаты и аугментации тайфун. Да. Ну а что здесь? Все эти зеленые выражения, чтобы получить. Не хочу. Ну что, чему они меня научат здесь, в принципе? Клеточная батарея. Это хорошо, кстати. Так, неужели это конец пути? Стоп. А чего, тебя открыть даже нельзя? А-а-а, все понятно. Где здесь люди? Где здесь люди? Их раньше можно было пометить на Т. Маячки поставить. Блин, нельзя маячки ставить больше. Где моя винтовочка? Промахнулся, что ли? А, нет. Мы сейчас, короче, подождем, пока к нему подойдут его друзья. Так, один упал. Ну и почему его друзья к нему не идут? То есть они такие... Они такие хорошие друзья, что хер поддержат друг друга, что ли? Ладно. Блин, скотина, он меня запалил. Куда смотришь, уродец? Блин, опять сюда смотрит. Скот. Стоп! Я же без убийства его вырубал. Эй, ты что делаешь-то? Адам, Адам. Какой ты негодяй. Пошли со мной. Было же на Ку. Без убийства. Взаимодействие с телом. Где полка, откуда я стрелял? Идите туда. Джин. Ага, энергии нет. Оп. А, ладно, хер с ним, Джин все равно покойник. Так, F5. То есть это значит, наверное, сохранилось. На всякий случай так сохранюсь. Блин. О, аж два раза. Аж два раза сохранился. Хорошо. В общем, интересные на самом деле эмоции игра вызывает. Она не так тупо побегать, поиграть надо. Серьезно относиться. Такая серьезная игра, то есть очень сюрреалистично. Можно и подглянуть через дырку в двери, и, блин, и сквозь стены подглянуть, да и вообще просто дохренище чего сделать. Дженсен, ты где сейчас? Пробираюсь через пентхаусы. Не забывай проверять, нет ли там усилителя связи джинов. Если сможешь, отключи его. Так точно. Точно. Точняк, я и забыл. Так. А где наша карта? Инвентарь. Энергия. Энергия из полосочек все-таки состоит. Плохо. Это реально очень грустно.
перезарядку, конечно, перезарядка, блин, нет бы, восстанавливалась она нормально. Ну ладно, продвинутый взлом, да это тоже мы знаем, слышали, это предмет DLC, это инвентарь, все понятно. Так, а почему по карте мы не можем найти этот сраный усилитель? Это что? Я полагаю, это мы. Нет. А, ну да, это мы. Это цель. Вот она, цель наша. Это же наша цель. Да, это наша цель. А где же этот сраный усилитель? Может быть, там, где толпа вот справа была? Но это мы выясним в следующей серии. А на этом серию я завершаю. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь на канал, на паблик ВКонтакте. Ставьте лайки. И до скорых встреч. Пока.